Первача я взял 0,8, взял халвы, пару рижского и керченскую сеть. И отправился я в белые столбы на братана да на психов поглядеть. А у психов жить, так бы жила любовь. Хочешь спать, ложись, хочешь песни пой. Предостала ли нам, им вроде литера, кому от Сталина, кому от Гитлера. А братан уже встречает в проходной, он меня за опоздание корит. Говорит, давай скорее по одной, тихий час, тихий час у психов, говорит. Шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики, а которые просто нервные, те спокойным сном спят, наверное. А как приняли по первой первача, так братана прям бросила в тоску. Говорит, что он зарежет главврача, что он, сука, не пустил его в Москву. А ему ж Москву не за песнями, ему выправить надо пенсию. У него в Москве есть законная, еще одна есть знакомая. Мы пивком переложили, съели сельдь, закусили это дело госхалвой. А братан и говорит мне, Сень, а Сень, ты побудь тут за меня денек-другой. И по выходке, и по роже мы завсегда с тобой были схожими. Тебе же нет в Москве вздоха продыха, поживи здесь, как в доме отдыха. Тут братан снимает тапки и халат, он мне волосы легонько ворошит, а халат на мне, ну, прямо в аккурат, прям вроде на меня халат пошит. А братан пинжак, да и к поезду, а я булавочкой деньги к поясу. И иду в себе на виду у всех, а и вправду мне отдохнуть не грех. Тишина на белом свете, тишина. Я иду и размышляю не спеша, то ли стать мне президентом США, то ли взять, да и окончить ВПШ. А у психов жизнь, так бы жил любой. Хочешь спать, ложись, хочешь песни пой. Предоставлена нам вроде литера, кому от Сталина, кому от Гитлера.